Готово. Теперь в укрытие. Сюда. Сегодня, друг мой. Я пока в порядке, но патроны кончаются. Черт возьми, напали на нас! Это глупо! Отличись, или ты труп? Похоже, все чисто. Я пока останусь здесь. Как будешь готов, можешь уходить. Сегодня ненужные проблемы. Извини, я тебе помешал. Храбрый забрать. Но вчера из засады на ты, а он заорал что-то о шакале и дёру дал. Боже. Ты командиру доложил? Да, но он не сказал ничего. Темные нынче времена. Духи гневаются. Чё? Как дела, брат? С оружием нельзя, оставь его у меня. Это когда две сильные собаки начинают дружить, чтобы избавиться от стаи. Не понимаю, о чем вы. Конечно. А, наш добрый друг, заходите. Хорошие новости. Оливер, Тамбоса и я поговорили и пришли к соглашению. Люди слишком долго страдали. Слишком много бед выпало на их долю. Им нужен порядок и спокойствие. Вот. Отнесите это в догон Седика, к Тамбоса. Я принимаю его предложение. Он в ответ передаст вам дипломат с алмазами. Принесите его сюда, и мы поймем, что обо всем договорились. Кто больше всех выиграет от этой сделки? Не слушайте Вурхиса. Он слишком мнителен. Есть минутка. Иди сюда, надо поговорить. Не верю я их россказням о перемирии. Для таких, как мы с тобой, это смерти подобно. Слушай, делай то, что они просят. Возьми алмазы. А когда возьмешь, приноси на аэродром. Мы будем ждать там. Мы договорились с пилотом, чтобы тот забрал нас, но за даром он не почешется. Значит, заплатим ему алмазами. Принеси алмазы.
двигайся, перережу глотку. Это ты? Если ты печать поставить на мирном договоре, поздно. Соглашение о мире. Ломают комедию. Думаешь, этим людям был нужен мир? Они хотят, чтобы мир не смотрел на них так пристально, чтобы они могли продолжать грабить и насиловать под прикрытием мирного договора. Это скоро кончится. Я положу конец их играм, и они об этом знают. Пускай попробуют меня проклясть. Ты меня не остановишь. Думаешь, я про тебя не знаю? Не знаю, зачем ты здесь? Да очнись, я был таким же. Они будут думать, что это твоих рук дело. Грязный наемник, который за деньги свою муть прикончит. Значит, снова начнется война. Начнем с кровопускания. Вылечим этих засранцев, вытащим заразу из их вен. Ты и я. Что у тебя там, алмазы? Ха! Я ведь тебя предупреждал, так? А командира? И где тебя черти носили с алмазами? Пилот от нас улетел, я же сказал, что ему нужна будет оплата. Потом прибыли солдаты, окружили нас. Не знаю, удалось ли выбраться тем парням. Обе стороны винят в убийстве нас. Точнее, винят всех иностранцев и хотят от них избавиться. Ради блага страны. Собака, дерьма кусок. Вставай, вставай на свои сраные ноги. Я уже купил билеты. Не продашь мне один? Ни за что. У меня свидание. Да, неужели? И кто она? Так я тебе и сказал. Да ну, говори, мы же друзья. Не настолько близкие друзья. Слава богу, это ты. Я не дойду, наверное, никуда. Иди вперед, я догоню. Зато хуже теперь не будет, да? Его вы найти должны были.
Ненавижу вот так ждать. Мы словно наживка на крючке. Да пойдем тогда. Засаду. Что за черт? Мы не знаем, где он. Ну, сам что-нибудь придумай. Ты чего ожидал? Парни на редкость тормозные. Хочешь им помочь? Пускай сами справляются. Кроме того, мы на посту. Чувак может вот-вот появиться. Придет, пожалеет. Наш друг и появился. Я только начал получать удовольствие. Эй, сюда! Приходи в Сифопаны, как только сможешь. Thank you.
Как дела, брат? С оружием нельзя, оставь его у меня. Тогда путь к отступлению будет отрезан. Вот и ты. Вот до чего все дошло. Я во главе целой операции. Я собираюсь взять положение в свои руки раз и навсегда. Покажем малышам, как делаются дела. Мой первый приказ – избавиться от Мбантуи. Только аккуратно, без неуважения. Ты найдешь его на пивоварне. С ним охрана, придется пробиваться. Я плачу честно. Здесь подробности. Найди меня к Порт Силау, как все будет сделано.
Кьюба. Осторожно. Не нравится мне этот. О, осторожней, ладно? А ты стервятник и незваный гость! Язык, ты же не хочешь, чтобы тебя обошли? Все, что толкнуло! Иди, ищи свои лекарства. Кончились? Отвали! Что за шум? Подожди. Сдавай стволы и прочее оружие. Давно не виделись. После Либо, вообще-то. Неплохо выглядишь, посвежел. Африка тебе явно на пользу. Рад, что ты заглянул. Хотя я уверен, что ты не ко мне. Может, решил получить работенку у этого шизика Грифса? Или у мерзавца Куэпо? Слушай, забудь о них. С меня хватит. Я собираюсь прижать эту компанию к ногтю. Тебе ведь работа нужна, так? Я тебе ее дам. Согласен всадить им по пуле в голову. Они сейчас в городишке под названием Сепоко. Это старый пограничный пост в миле отсюда. Сейчас везде бардак. Никто не отличит свою руку от своей же задницы. Самое время поменять власть. Любой, кто сделает для меня эту работу, мой друг. А друзей я не обижаю. Хорошие деньги. Все, что нужно, отправиться в этот чахлый городок и отстреляться. Хорошо. Рад, что мы друг друга поняли. Удачной охоты. Что ты хочешь? Что сейчас? Отвали, друг.